Назад за мной. Без вариантов. Без вариантов. Прибирай там. Спартак, которому наверняка симпатизируешь ты, по крайней мере, несколько раз тебя на это ловил, ловил. Да-да-да. Так вот, слушай, кто этот выпал, в Спартака дела хуже некуда. В первом круге... Да, одну сначала ногу загружаешь, потом тело, потом вторую ногу. Обнимаешь мое кресло как родное. Своих ошибок, где-то констатации неудачного течения... Тебя притрамбовать? Не надо. Пристегивайся. Да, да. Да, пристегивайся. У меня в машине ремни работают. Пристегивайся. Давай. Выдохнули. Выдохнули. Натянули ремешок. Ну вот видишь, еще и не предел. Куда едем? Знаешь, как и поехать на северный через Сермаш. На северный через Сермаш. Ну вот это мы как раз и будем ехать через поселок Чкал. Слушай, ну сколько раз представляешь, нет, да? Да. Впрочем, нам нужно попасть или на стороны Советов, или на троллейбус в той точке, где они как раз выходят на 50-летие Россельмаша. Представляешь, нет? 50-летие Россельмаша. Короче, нам лучше ехать через Сермаш, я думаю. Короче, поедем. Мы сейчас на кольцо, думаю, где на троллейбусные, мы будем выходить, нет? На кольцо какое? Мы на Вавилово уходим? На Чкаловский? Вавилово? Ой, на Волково, на Чкаловский? Нет, нам... Какой Волково? Волково это вообще на север. Ну, на север, нам, а нам куда? Я говорю, Чкаловский, это поселок Чкаловский. Ты не мудри. Улица называется Казахская. Казахская, знаю. Так нам надо на белорусскую. Ну, короче, мы едем на казахскую. Где казахская, я знаю. Нам на белорусскую нахер не надо. Короче, нам на казахскую. Да. Все, я тебя сейчас довезу. На Сито налево по кругу и там... Нахера нам на Сито? Хуя. Мы уже на месте. Вот и вижу. Не знаю, мы еще на каком месте. Ничего. Во-первых, на метро до сих пор висят эти товары. Ага. Прикол такой. В чем данные обновлены? Ага. Вот. Сейчас такая магнитола, вообще, ну такой конкретно нету, но похожая модель стоит вообще херес. Да? За 6 штук, по-моему. Угу. Я уже думал, может быть, пусть хер с ним пусть тащит бракованную. Надо их напрягать. Да, такой бракованный, я тебе говорю, это краденая. С этого, со склада и показывают, что там у них поломалось, а может перепаять дешевле? Да, они скажут, а мы отправили в техцентр. Какой? На ремонт. Да, ну там, они, им-то зачем? Они же не клиенты. Они, по идее, должны или производителя возвращать. Вообще, как у них. Вот именно, я думаю, там просто крадено. Вот. Другое интересное, что касается, помнишь, я тебя спрашивал, ликвидации, когда же сдается промежуточный, когда сдается окончательно. Ну? Насчет промежуточного сказано все четко. После того, как после публикации проходит 2 месяца, отведенные на кредиторам, чтобы они там представили свои требования. Если в течение 2 месяцев они требования не представляют, можете спокойно сдавать ликвидационный промежуточный. Вот. Это сроки календарные. Что касается окончательного ликвидационного баланса, никаких календарных сроков нет. Сроки установлены так. Если есть требования кредиторов,